привезли, разложили саженцы в лес Победы, который будем садить 13 мая в 12:00. Первый ряд будут высажены кедры, а остальные 9 рядов будут сосны высажены. Такой вот лес Победы. Вот уже начали посадку, не дожидаясь начала мероприятия. Люди приходят пораньше, вносят свой леп. Тут был небольшой клочок, который необходимо засадить. Там он все кедры. Вот такое у нас мероприятие. Кедр сибирский, первый рядок, и сосны. Пожарная охрана нам помогает, поливает деревья. Народ, он с энтузиазмом лес Победы садит. Такое вот замечательное мероприятие. Люди с детишками садят лес Победы. Память о подвигах наших предков. Закладываем очередной лес Победы 2023. Вот саженцы в материал на раздачу еще. Славянский фонд, ребята, молодцы. Присоединились к акции. Сейчас поливать будем? Да, да. Благодарность огромная главному управлению ГОЧС по Новосибирской области. ГКУ, центр ГОЧС Новосибирского. Без них такой эффектной акции бы не было. Напрямую на приживаемость деревьев влияет. Каждое дерево будет полито. Чтобы лучше приживались. Хорошо проливаем. Такая вот замечательная акция. Чудесное мероприятие. Посадки деревьев, трапеза. Каша солдатская. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила.
пожарников закончилась вода. Поехали они на вызов какой-то срочный. Вот мы купили мотопомпу. И сейчас будем поливать в ближайшие дни, каждый день. Будем поливать наши саженцы. Все, пошел полив. Давай хорошенько прям пролей, чтоб все это, полные ямки были воды, чтоб хорошо пролей. Вот так вот заботимся о саженцах Олеси Победы. Сегодня высаженным. Идет полным ходом поливка. До полуночи, думаю, прольем все хорошенько.